Категорически приветствую вас на канале. Сегодня будем проходить год симулятор 3, симулятор козла. Начнем новую игру. Как говорится, первую, вторую прошли. Пройдем третью. Относительно недавно вышел, самый старт я пропустил. Но вот сейчас скачал, чтобы посмотреть. Смотрел пару обзоров на данную игру. В принципе, должна быть веселая, не хуже первой части. Первую часть я совсем, правда, немного играл. Лига Копыта. Вы пробовали расслабиться за игрой в Козлобол с друзьями? Нажмите Tab, чтобы открыть вкладку мини-игр. Козел. Что? Зажмите правую кнопку мыши и двигайтесь, чтобы выполнять трюки в воздухе. Опять Лига Копыта, а можно следующий? А, загрузим. Так. Так понимаю, будет вступительный ролик какой-то. Давай, давай. Ранчо чистое угодье. Кофестайн Норд. Карим. Давакин, давакин. Эй! You're finally awake. Эй, ты не спишь? I'm your new owner. Я твой новый хозяин. Я бы на тебя посмотрел, но надо смотреть на дорогу. Безопасность прежде всего, ты полицейский, не дремлет. В общем, сейчас самое подходящее время рассказать тебе всю предысторию. Пока ты там смотришь по сторонам, это экспозиция называется, в играх и фильмах обычное дело. Но часто это вообще не замечаешь. О, смотри, свиньи. Оу, еле пронесло. О чем я говорил? Ах, да. Надо тебе все объяснить, пока вступление не закончилось. Ехать уже недолго. Гляди, почти приехали. Так, с чего начать? Я поймал, потому что репутация у тебя та еще. Знаю о твоих прохождениях в Козлвилле и заливе, что-то там даже говорят космос от тебя взбил. Не знаю, насколько этому можно верить. Сколько подражателей появилось? Пилгоржатели, что? Пытаюсь присвоить себе твои заслуги. Но все это в прошлом. Теперь ты со мной. Не успеваю читать. Я из тебя звезду сделаю, козлиного мира. Ты мне кучу денег принесешь. Я выжму из тебя все соки. Ничто не остановит этот стремительный дуэт. Или трио, или квартет. Это же многопользовательская игра, так? Да, она на четверых. Можно играть четвером с друзьями и творить всякую дичь. Дичную. Приехали. Сейчас я подойду. Усатик фермер. Сиди смирно, я еще не договорил. Я не хочу сидеть, я хочу разрушать. Я бессмерть. Эй, посмотри на меня. Теперь посмотри туда. Видишь ту башню? Шикарная козлиная башня. Слишком шикарная для такого простого глупого животного, как ты. Видишь? Вон там. Смотри, куда я указываю. Теперь это твой дом. Я в интернете читал, что эти козлиные башни служат входом в какое-то секретное место. Как по мне, звучит неправдоподобно. Но может, все-таки проверишь? Просто пообещай, что когда закончишь это длинное, длиннющее... Да, оно очень длиннющее. Если честно, я удивлен, что ты вообще до сих пор его смотришь. Ну ладно, раз уж ты здесь, вот тебе небольшой подарок. А можно я уйду? Скримская полоска, да. Скримской полоски. Ура! Так, это я, да? Это я. Я умею прыгать. Я умею бегать. Офигеть, как я быстро умею бегать. На, 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 на. Лизните и тащите? Что? Ну-ка. Стой. Тряпичная... включите режим тряпичной куклы. Тряпичная кукла. Ме.
А почему больше не орёт? Ладно. Эпичная кукла. Тан-таран-тан-тан-тан-тан-тан-таран-тан-таран. Так. Что мне можно? Все можно делать, да? Войдите в свой дом, синхронизируйтесь с козлиной башней. Синхронизируемся с козлиной башней. Она поднялась. Что за ворота в ад? Корона. Козлиная башня, синхронизация. А, это типа вышки, походу, из этого. Точно. Юбисофтовские вышки. Типа синхронизация с башней. Так. Что? О. Это что вообще такое? Там какие-то печати. Шесть печатей. Так, секунду. Промочу горло. Чаёчком. Чаёк. Чай. Фуэрчик. О, бомж. Ты что тут в моей обители забыл, эй? Бодает ящик. А, может мне вот это бодуть надо? Запрыгните на стенку разбега, чтобы пробежать по ней. Что? Так. Получить награду. Что мне дадут? Что это? Как это вообще? Туреса пришла коза со шваброй и подняла. Козлиный замок. Ого, как уютно. Это чё? Питать мудрость? Частный клуб. Теперь вам доступны инстинкты. Козлиный замок. Событие завершено. Подпольная гильдия, тайное общество, теневой синдикат, секретный день, частный клуб, снаряга, пилгер. О, модная шляпа. Блин, не видно. Давайте посмотрим вот здесь. Снаряжение. Слушай, 20 тысяч синий. Оооо. Жирафом можно стать. Шляпа реально модная. А, тут много... О! Так, сколько где-то у меня было вроде 20... 10 тысяч мудрости, да? Так, так, так. Нет, нет. Нет. Так нормально. В аквариуме. О! Шлемак. Джонни, иди на деревья. Вот это нормально. Так, на спину можно купить иголки. Гранатомет.
суши, чайный набор и спутниковая тарелка. Ну-ка, на ноги, что можно? Коньки, ласты, реактивные бати, ходули. Отлично, куплю ласты. Ну такой прям глаза аж режет. Даже не очень. В принципе, нормально, стандартный нормально. Оба рога какие жесткие. Нужны нормальные рога, такие нужны нам. Чтоб ударил, так ударил. Так, туловище. А, это еще типа отдельно. Взял, все, ладно. Так. Мини-игры, задание, карта, коллекция. Ну ладно, что еще? Так. Сделайте сальто назад. Сделайте тройной прыжок. Что? Раз, два, три. Офигеть. А как сальто назад сделать? О, на правую кнопку мыши. А, надо... Да, блин. Сальто назад, да. Уф-уф. Кирпичная кукла. Так. Закрепите инстинкт. Достигните сверхзвуковой скорости при скольжении. Добавьте что-нибудь по всей ячейке снаряжения. Пусть будет одеялка. И суши. На ноги. Сандали. Шерсть пусть будет розовая. Блин, нельзя розовая. Ну да, вот петрушка, вот. Багаж мы одели, да? Шлепанцы. Здесь спина, туловище. Здесь колокольчик надо. Все, типа мы все одели вроде, нет? Да, все. Покажите эмоцию. Закрепите инстинкт. Как закрепить инстинкт? Я что-то не понял. Ладно, задумаемся об этом попозже. Пойдем побегаем. Это будет интереснее. Хотя... Как достигнуть сверхзвуковой скорости? Хоба! Погнал на жопе. Здесь справка. Справка. Вот, инстинкты. Если ты желание, которое хочешь следовать на биологическом результате, это еще и карму дает. Вообще отлично. Ищите алтари инстинктов и впитывайте их мудрость, чтобы открыть новые инстинкты. Некоторые инстинкты разблокируются с помощью определенного барахла. А показать эмоцию? Как эмоции показывать? У меня нет эмоций. На. А чё какие-то... Я подумал, что в наушниках, короче, и у меня... Потому что я в наушниках, короче, и у меня плохо слышно. Надо снять их лучше. Ай-яй-яй, нифига. Это кто такой нарываешься? Ты чё? На. Иди сюда. Сейчас я... Вот так тебе. По двору тебя погоняю. Где силовые заборы? Во. Нажимайте R возле силовых кабелей или стальных заборов. И чё, если я R нажму? Чё? Скользить было. Нет. Я хочу скользить. Я рождён, чтобы скользить. А вот и сверхзвуковая.
Сделайте двойное сальто вперед или назад на 720. О, так это надо... Вот так вот. Я не получилось, не получилось, ладно. Умри, умри. Так, 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 так. Блин, ну так не получится сальто сделать. Надо с высока делать. И чё? Было же двойное сальто вперед написано. Ты чё, всё ещё жива, что ли, эй? Или, типа, надо выжить? Так, закрепите, покажи... Вот, покажите эмоцию. До сих пор не понял, как показать эмоцию. О, эмоции. Нажмите В. Вот. Поэтому это не говорили. Сесть. Ладно, все, показали эмоцию. Побежали куда-нибудь. Чикен, 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 динер. О. Вперед. Да блин, почему? Давай, забегай. Абели, баки. Машины. Можно. Можно кататься на машинах. Даже не интересно, полиция вообще не обращает внимания. Электрическая машина. Так, ну-ка. Так, а что тут есть-то? Оба, вот там что-то есть. Как выйти? Новое событие. Эффекты балерины. Доведите танец до совершенства. Такая грация. Нормально. Я ж могу вот так делать еще. Никто не ответил. Пришло друзей 0 из 3. Днем рождения, Филипп. Это что за задание такое, с днем рождения, Филипп? А вот инстинкт это. А, вот. А, это я понял. Где? Один из семи. Ладно. Никто не ответил. Пришло друзей 0. С днем рождения, Филипп. Карта. Вот, с днем рождения, Филипп. Вперед, вперед. Там, а он все еще... Все еще гуляет ураган. Где? К Филиппу никто не пришел. Ща мы придем, Филипп, подожди. Мы придем. Ща. Пошли на день рождения к Филиппу, урод. Я прилки одного друга.
Второго привел друга Филипп. Погоди, сейчас вот этого еще. Оп. Это что было только что? Филипп, я притяну его тебе. Жди, Филипп. Филипп, верь в меня. Я смогу. Ай, черт. Да погоди ты, я тебе последнего привел, он идти не хочет. Да погоди он. Какой противный почти... Слушай, он вообще не хочет к тебе идти. Все, Филипп, держи. Ты чё, Ты чё? Офигел? Офигел. Оу. Питбера. Машина-то взрывается. Че еще есть интересного? Козлина. О, козлина башня. Пойдем в вышки. Этот. У них есть турбо. Я привез вам машину. Все хорошо. Пойдем, мужик, со мной башню открывать. Полетели. Так, мужик, отжимайся. Да, мы с вами. Ага, more please, давай, more please. Все, я вам тут нового посетителя привел. О, ураган летит. Believe I can fly. Вот эта тачка вообще по мне. Lost dog, потерялась собака. Шел в жопу, моя машина. Здесь коза. А, во. Открываем вышечки. На лестнице подняла, кстати. Дом Филиппки. Да, мы были там уже. Мы Филиппку проведали. Вон у нее днюха классная. Это что? Ну, а помочь? Надо вот этим мужикам в башне точно надо помочь. Свикея была там. Так. Все закрыто, да? Да, закрыто. Быстро загрузились? Так. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Шведы общий сбор. Кулинарный мастер классика. Давай, шведы общий сбор. Нравится мне это название. Красная бочка. Оказывается, воздух из люка, что-то там он сказал. Раз, два. Оба. А почему он не засчитывает на 700? А подожди. А, так это... Может так 720? Типа, ну, прямо, типа, не... Ну, точно. А только почему не засчитал-то? Вообще ничего не засчитала.
Да, блин. Сальто вперед на 360. Мне нужно сальто вперед на 720. Блин. Не понимаю. Двойное сальто на... Идите вы. Блин, не... Надо подпрыгнуть. Оу. Это не я. Вот. То есть как-то по диагонали, короче, надо, типа, вперед немного боком. Прыгните на батуте 10 раз подряд. Да изи, только что вот прыгал. Хоп. А, не изи, не изи, нифига, нет, не изи. Так, раз, два, ух, три. Я ж так в небо улечу. Так, не промахнись. Нет, я зачем? Нет. Нет, 10 раз это, ну, так. Здесь шведы вперед. Нормально. Мужик, у тебя тут шведы вперед? Хочу шведы вперед. Общий сбор. Ну да, вот здесь. Что нужно сделать? Свики, шведы, общий сбор. Облетит произведение искусства. А в заданиях не указано, что делать, да? Помогите... А, Свену построить часть Швеции. Что? Какую нафиг часть Швеции ему построить? А, слушай, а может что тут? О! Найдена фигнюшка. Найдена фигнюшка. А, точно, надо, наверное, мебель ему сюда принести. Ща, я тебе помогу. Вы нашли свою первую фигурку. Нажмите Tab Scope узнать. А в смысле первую, это вторая так-то? Написано, что я нашел две. Вперед, 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 быстрее. Ага, ага, ага. Слушай, да, да, что-то интересное, видимо. Не то схватил. Вот, держи. Блин, я не понимаю, что делать надо. Деревяшка. Слушай, ну вот я две деревяшки принес. Ты что в обморок упал? Проснись. Нам же Швецию собирать, мужик. О, еще деревяшка. Пойдем, поможешь мне. Собирай. Сейчас я тебе еще что-нибудь принесу. О, ты тоже пойдем со мной. Вот. Сюда. Все, собираем мебель. Так, вернусь, чтобы собрали. Короче. Какая-то фигня, я не понимаю, что делать. Большая красная кнопка. Вот это мне больше нравится. Большие красные кнопки, это всегда интересно. А, как раз в той башне, которую я хотел.
Блин, давай, давай, вперед, вперед, вперед. Ой. Сейчас красная кнопка. Черт. Черт, побери. Все нормально? Все нормально, не беспокойтесь, сейчас все будет. Зачем я это сделал? Великолепие, великолепие и благолепие. Золотая машина. Я люблю золотые машины. Здесь написано нажать. В смысле, а чё они друг друга пьют? Выпинула. Ну правда, что у нас там могло произойти? Ничего совершенно. Подорвали Сакуру. Ага, знаю. А здесь что? Где? Вот где-то там, да? Да блин! Вот там упала, впереди. Блин, что ты? В смысле, почему я не могу ехать нормально? Во, поехали. Чё? Здесь есть эпичность. Почему вы молчали? Ускоритель частиц. Я слышу пикает, 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 пикает. Hello. Ким Чен, ой. Ким Чен, ой. Парень из бункера. Ты чё, Fallout? У него нога на руке. Эпичный подбор фигур. Ходите, там радиация. Почтальон, пойдем.
дай почтальона мне. Они сразу... Ай, короче, сюда притаскиваешь, здесь радиационная зона, и вырастает сразу что-нибудь у них. Да, это прикол. А там что? А, там скамейка. Ну ладно. А это батут? Это батут? Если это... Если это батут? Если это батут? Да, это батут! А сколько? Я не считаю, ладно. Написано 10 раз подряд. Что такое закрепить инстинкт, я так и не понял. Ураган Катрина. Эй! Дура тупая. Капец, я высоко взлетел. Давай. Вау, сальто. Все. Короче, где... Прям на фигурку. Здорово, бомж. Фигнюшку нашел у тебя тут. Так. Ну, думаю, и так уже дофига тут сделали вроде. Думаю, на этом закончим. Всем спасибо за просмотр. Пока.